Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами снова Асхар Халилов и тема «Просто едим». И сегодня у нас вкусняшки, пирожное картошка. Приобрел я его, сеть у нас появилась магазинов, домашний бисквит. Ну, славятся тем, что у них натуральные ингредиенты. Цена 250 тенге, 41 рубль. Или 64 цента. В советское время он стоил 16-18 копеек при средней зарплате 70-120 рублей, в зависимости от профессии. Чуть-чуть из истории. В Финляндии в 19 веке жил Йохан Людвиг Руненберг. И как-то к нему пожаловали именитые гости. Жил поэт небогато, на стол было поставить нечего, и его супруга оказалась очень предприимчивой. Она взяла колотые печенья, а тогда их закупали мешками, кулями, крошки, все это перемолола, перемешала с выпивкой, со сметаной, добавила с вареньем, слепила подобие картофелин, украсила их ягодками из варенья, и получилось потрясающее блюдо. Она поставила все эти картофелины сладкие на серебряное блюдо и подала именитым гостям. Им так понравилось, что все попросили рецепт. Но это было чуть-чуть из истории. Это одно из моих самых любимых пирожных. Здесь у меня традиционно чай, и полюбившийся не только мне, но и многим зрителям, длинная удобная ложка. Итак, пирожное покрыто достаточно толстым слоем шоколада. Адрес магазинов сети «Домашний бисквит» я дам в описании. Итак, уважаемый зритель, это не канал обжорства, но в данном случае это видеообзор не для любителей здорового питания, знаете, которые там любят там, капусту, апельсины, мандарины, но в то же время иногда порадовать себя вкусненьким охота. И, конечно, я не призываю каждый день кушать пирожное, потому что тогда вы сами станете круглыми, как это пирожное, но иногда, а иногда это особенно вкусно. Я думаю, себя побаловать стоит. Итак. Вот, видите? Потрясающе. Нежный вкус, свежее. Сегодня купил. Оно очень и очень сытное. Вот, например, вот если я такие две съем в обед, то я кушать не захочу. Потрясающе. Ну, знаете, плюсы капитализма, рыночной экономики. Вот домашний бисквит, он так, не так давно, кажется, у нас на рынке появился. Ну, я раньше не замечал. Они сейчас бьются за место под солнцем. И успешно. И, наверное, я буду их постоянным клиентом. Вкусная штучка. Но для меня важно не только в кадре покушать и попить чай, но и общение с вами, уважаемые зрители. Налейте себе тоже чаю. Возьмите какую-нибудь вкусняшку и пообщаемся. Вот знаете, не подумайте, что проплаченный видеообзор. Вкусная хрень. Здорово. И очень-очень сытное. Я, честно сказать, эпикуреец. Я люблю вкусно поесть. Правда, я не любитель выпить.
Поэтому, как вы видите, я не пропагандирую что-то интересное для поклонников Бахуса. Вот именно редко. Каждый день, если такое кушать, конечно, надоест. И ценить вы это не будете. Ну, раз в недельку на какой-нибудь праздник. Безумно вкусно. Меня извините, такие паузы молчаливые, потому что масса такая тягучая картошки, что пока не прожуешь и не запьешь, особо с вами не пообщаешься. Но прежде всего, самое главное, уважаемые зрители, это общение с вами. Пишите комментарии, предлагайте новые темы. Но самое главное, я считаю, что вкусная еда, но она не всегда полезная, поэтому вот такую пирожное надо есть редко, много там сахара. Но это нас радует. И как это ни странно, это составляет в каком-то смысле, это мозаика нашего счастья. Почему нет? Например, я считаю, что еда – это одно из немногих удовольствий, которые не так сильно осуждаются обществом. Мы не будем перечислять те удовольствия, которые общество осуждает. Итак, если, уважаемые зрители, вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, оцените видео и до новых видеообзоров. Всего доброго!